Многообразны виды человеческой деятельности. Но сегодня для большинства из них характерны одни и те же вредные воздействия на организм человека. Ограниченность движений и нервно-психическое напряжение, зачастую связанное с повышенным чувством ответственности. И это не только там, где от исполнителя требуется личная ответственность за жизнь других людей, за сохранность техники, но и в самых будничных профессиях. И если недооценивать эти вредные воздействия на организм человека, проблема из чисто медицинской перерастает в социальную. Неизбежно ухудшается здоровье людей. Казалось бы, все время в движении. Но длительное пребывание на ногах может вызвать нарушение кровообращения. Возникает венозный застой. Страдают суставы ног. Малая подвижность в течение рабочего дня. Недостаток движения накапливается за недели, месяцы, годы. Длительное пребывание в вынужденной рабочей позе приводит к утомлению отдельных мышц. Монотонность движения вызывает общее утомление и создает большую психоэмоциональную нагрузку. Чтобы снизить утомление, восстановить и поддержать работоспособность, человеку необходим активный отдых. Комплекс из нескольких упражнений проводится 5 минут. Казалось бы, всего 5 минут, и активизируется дыхание, снимается статическое напряжение мышц спины и плечевого пояса, ног, улучшается настроение. Движения несложные, доступные всем. Именно в силу простоты многие недооценивают их. Однако на тех предприятиях, где проводится производственная гимнастика, производительность труда возрастает до 6%. Продолжительность упражнений и их последовательность зависят от профессии и характера труда. Чем сложнее производственная деятельность, тем проще должны быть упражнения. А что же делать тем, кто не может покинуть свое рабочее место? Оказывается, выход есть. Небольшие физкультурные паузы. Что, прямо здесь, за прилавком? А почему бы и нет? Вот прямо вот здесь, у санка, да? Да. На ходу, что ли? Лучше во время остановки. Да. Именно так. И смелее. Сигналом к выполнению физкультурной паузы служат первые признаки утомления. С помощью 3-4 упражнений можно снять напряжение с тех мышц, которые несут основную нагрузку, и улучшить самочувствие. Очень важно систематически выполнять упражнения, укрепляющие мышечный корсет туловища. Этим можно предотвратить возникновение остеохондроза, заболевания века.
ссылки на нехватку времени неуместны. Всегда можно найти время для коротких упражнений. Для отдыха, для расслабления иногда достаточно даже нескольких секунд. В данном случае 4 и снято напряжение. Конечно, значительно эффективнее расслабиться в специально оборудованной комнате психологической разгрузки. Я принимаю удобную позу, закрываю глаза. Я хочу сейчас успокоиться. Человека подстерегает столько отрицательных эмоций, конфликты, стрессы. Занятие успокоит, освежит внимание, память, зрение, слух. Сейчас в условиях большей самостоятельности каждое предприятие может направить заработанные средства на оборудование спортивных залов, где во время перерыва и после работы можно заниматься самостоятельно на тренажерах или в группах с физкультурным организатором. На многих предприятиях уже работают физкультурно-оздоровительные комплексы, большие и малые. Как приятно после тяжелой работы снять напряжение, восстановить силы. Если вы хотите сохранить здоровье, при любой возможности скорее на свежий воздух. Взбодриться, размяться, подвигаться всем вместе в группах здоровья или индивидуально. Просто погулять в парке. По совету врача, каждый может подобрать для себя формы активного отдыха. И это во многом определит вашу трудоспособность, здоровье и долголетие.